любимая. Я ждал тебя 10 минут. Это было очень долго. Люди, целая разлука. И ты задолжала мне 10 горячих поцелуев. Любимая. Здрасте, Анжела, Олег Гавгавна. А чего вы не в командировке-то? Да вот, вырвалась раньше. А-а-а. А где наша Машенька? Она в молоке. В смысле, за магазином. О, Господи, в общем, ушла в магазин за молоком. Вот. Сейчас придет, сейчас придет. Я вижу, у вас все серьезно. Что? Но... А, да, конечно. Конечно, конечно. Я же, Анжела Олеговна, вашу дочь, в общем, того. Ну, в смысле, люблю. Ой. И мы еще это самое. Ну, в общем, мы жениться еще решили. Налейте еще. Да, конечно, конечно. Конечно. Машенька. Это единственное, что есть у меня в этой жизни. Дайте огоньку. Пожалуйста. Анжела Олеговна, так а вы же... Ах, это... Знаете, ведь это я сочиняла Машенькино объявление. Без вредных привычек и все такое. А на самом деле мы нормальные люди. Ой. Мама? Маша. Что с тобой? Маша. Ничего, ничего, детонька. Ничего. Просто Олег Николаевич сказал, что вы решили пожениться. Как? Да. Так и... Ё-моё, вчера же, помнишь, я тебе говорил-то? И ты еще говоришь, конечно, 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 конечно. Ну, посмотрим, посмотрим. Кокетничает. Кокетничает. Слушайте, это самое. Может, водочки вмажем, а?